народ, сейчас мы сделаем видео по разборке Blackview Ultra Plus. Для этого нам понадобится, само собой, сам аппарат. Если у вас на нем есть чехол, ясен пончик, его надо снять. Вот остается аппарат. Далее. В чем вся приколка? Он как бы неразборный, да? Ну, ежу понятно, что вся эта неразборность, она так, условная. Что мы делаем? Первым делом надо удалить... Ой, блин. Кстати, для этого тоже нам понадобится опять коробка. Удалить слот для сим-карты на всякий случай причем. То есть я даже не уверен, что это нужно. Но лучше это сделать, чтобы ничего не повредилось. Мало ли, этот слот куда-то там заходит, чего-то там перекрывает или может повредить, или еще чего. Так что первым делом убираем этот лоток. Все, его мы удалили. После этого вот эти вот кнопки, по идее, чтобы не потерять, они не выпали и так далее, можно бы приклеить скотчем, как они уже в одном видео делали. Но я тут подумал, попробуем этого не делать. Просто пропихиваем ноготь. Или... У кого ногтей нет, можно любой другой гибкий, упругий предмет, типа карты банковской, в эту щель. И просто будем по кругу, пока не ощутим, что аппарат сам решил разобраться. Вот это не так все просто, как выясняется. Вот. А кнопки потом, наоборот, при сборке надо приклеивать скотчем, я так подумал. Не при разборке. При разборке пофигу. Вот и все. Вот они и выпали. И вот мы и разобрали аппарат. Так что, если у кого был вопрос банально, как его разобрать, чтобы посмотреть, например, камеру, еще что-нибудь, вот вам и видео. Далее, само собой, откручиваются вот эти винтики, и вы попадаете в мультимедийную зону. То есть, то место, где располагаются динамики, там, и все такое. То есть, если приглядеться, то это обычные крестовые винты. Никакой сложности не составляет, как бы берется обычная вот крестовая отвертка. И любой из этих винтов можно выкрутить. Вот он, пошел. Но, само собой, тут установлена одна пломбочка, то есть наклеечка на одном из винтов. Если кому интересно, что тут с другой стороны, вот, пожалуйста. Какие тут модули, камеры, все дела. Ну, само собой, пока у меня все это отлично работает, извините, но я разбирать не хочу дальше. Вот шлейф на кнопке. Кстати, не очень-то прямо приделан. Ой, извините. Вот. Немножко как-то волнится. Вот этот мультислот под все сразу. Вот наша камера. Чип от тача, я так предполагаю, от шлейфа. Значит, под этой маской, если ее открутить, вот, открутив эти шурупчики, будет коннектор шлейфа. Вот от других кнопок шлейф. Ну и, соответственно, сами кнопки. Ну, в общем-то, все. Тут все разборно и легко, и просто. Теперь маленький просто нюанс. Нужно вернуть все кнопки обратно. То есть вставляем... Ой, извините, промазал, не показал. Вот. Вставляем кнопки как были. Можно рукой, можно пинцетом, у кого как мелкая моторика развита. Ну и чтобы не было проблем при закрывании, их, наверное, имеет смысл приклеить скотчем. То есть вот я две, например, попал кнопки. Сейчас попаду в третью, надеюсь. Вот она. На глазок кнопки, кстати, одинаковые. Или, как правильно говорится, унифицированные. Сейчас проверим профиль или нет. Ну да. И как их зафиксировать, чтобы они не выпали при сборке? Берется обычный скотч. Полоска. Приклеиваете ее так, чтобы она не вылезала за габариты. Придерживаем кнопки. Проглаживаем скотч. Теперь скотч держит эти кнопки. Вот. Но... Ой, извиняюсь, вот.
Я провел просто, вот видите, он до верха не доходит. Видите, что в кадр опять не все попадает. Нервничаю. Ну, а, соответственно, третью кнопку можно не приклеивать. Она, если вот держать вот так под наклоном, она внизу, и она никуда не денется. Ну и, соответственно, втискиваем аппарат обратно в свои пазы. Но, опять же, не торопясь, по чуть-чуть. Не хочет? Значит, не спешим. Пытаемся понять, что сделали не так. Почему не хочет? Ну и после того, как все соединили, удаляем скотч. И все. Ну вот мы только что разобрали и собрали аппарат. Так что, в принципе... Кстати, не защелкнул. Вот. Вот, теперь защелкнул. Теперь уже не докопаешься. То есть аппарат как был, повреждений ноль. Все, что нужно, мы сделали. Теперь вставляем лоток обратно. Где он у нас тут? Ориентируемся по вот этой вот дырочке. Она только с одной стороны. Сейчас покажу. Ну, в телефоне, соответственно, тоже. Ой, где он тут? Дырка с этой же стороны. Ну, это то место, куда вставляется эта скрепочка. И просто вот вертаем, как было. Извиняюсь за сленг. Вот так у нас быстро разбирается и собирается Blackview Ultra Plus. С вами был админ сайта latuha.ru. Всем пока. Если что еще интересное хотите, чтобы я разобрал, обращайтесь. Всем пока. И подписывайтесь на канал, что в подписчиках.